Из-за непогоды в Одессу ограничили въезд большегрузного транспорта. Припаркованные вдоль дороги автомобили мешают снегоуборочной технике. А из-за снегопадов в Одессе резко увеличилось количество аварий. К полудню патрульная полиция зафиксировала как минимум 14 дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды также с 5 часов утра на очистку города от снега вышел батальон патрульных. Во избежание аварий водителям рекомендуют передвигаться по городу с минимальной скоростью. И хотелось бы обратить внимание сразу водителей на то, чтобы не оставляли, не бросали транспортные средства, понимая то, что будет работать техника по зачистке улиц от снега. Парковка машин должна быть там, где не будет помех.